Всем привет! Мы сейчас пришли в кафе. Ну, это не кафе, а можно сказать, как столовая. Котлета очень вкусная, но грибы, такое ощущение, как будто я их свежие кушаю. То есть они еще до конца не промариновались, и я бы соли побольше добавила. А так нормально. Я грибы не брал, я взял салат. Взял кофе. Короче, пока музыки нету, я хочу рассказать, что нам этот обед обошелся в 30 злотых, да? 34,60, если точнее. Значит, мы взяли так по котлете, картошка, салаты, Марина взяла компот, а я взял кофе. Так что, в принципе, недорого, можно есть. Вот такие дела. Называется «Фабрика вкуса» в нашем городе, прямо в центре. Так что, белорусы, если вы в Белопогляске, то заходите прямо на площади. Ну, это называется рынок, то есть старое место города, центр города. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.